Будет ли даваться отчет работы портфеля держателей токенов? Конечно. И программа, аудиторская программа, которая, компания, которая есть, она и делает сейчас возможности через интеграцию блокчейнов, полностью через систему голосования видеть полностью отчетность, куда мы сколько денег положили. К примеру, мы заявили, что такое количество денег мы должны потратить, ну, к примеру, на этот самый, на покупку активов. А взял Хавратов, Феррари себе купил. То компания аудиторская, которая, у нее же это все в автоматизации идет, все это все видят. То есть это открытая информация, все видят. Хавратов себе Феррари купил, а рассказал нам сказки, что он купил там, грубо говоря, этот самый активы. То есть это все сразу будет видно. То есть в чем уникальность вот криптосистемы, которая есть, вот я же говорю, такое ощущение, что все, что создано в криптомире сейчас за последние два года, создано для нас. Для нашей работы, для программы внедрения NEMI, чтобы это все было, ну скажем, в такой вот открытой форме, и чтобы все люди видели. Вот это, ну скажем, будущая экономика мира вообще.